Доброе утро, ребятки. Сегодня где-то под Нижним Тагилом мы сейчас будем с вами пытаться ловить щуку. Щуки здесь должно быть много, но это не точно, но должно быть, потому что несколько лет подряд я ее здесь успешно ловил. Сейчас я подплываю к точке лова очень медленно, очень аккуратно и говорю шепотом, чтобы ее не вспугнуть. Сейчас вы все это дело увидите, как мы будем ее вылавливать. Сейчас будет настоящая охота на щуку. Низкий уровень воды здесь был очень, но сейчас я сюда приехал, и здесь очень высокий уровень воды. Вода поднялась. Не знаю, есть ли здесь рыба или нет, но мы сейчас попробуем поймать. Вот такой у меня спиннинг от Мажора Крафт. Вертушечка. Первый заброс. Надеюсь, рыбалка будет интересная. Рыбалка будет на спиннинг, как вы уже поняли. И я надеюсь, мы с вами поймаем вот такую щуку. Итак, поехали. Первый заброс. На первом забросе ничего. И это хорошо. Второй заброс. Есть, конечно, вероятность того, что щуки здесь нету. Но будем надеяться, что она здесь есть. Сегодня я взял достаточно большую катушку. Не стал брать маленькую, поскольку на ней нету шнура. А наматывать мне было лень. Ну и эта катушка чуть-чуть помощнее. Шнур здесь чуть-чуть потолще. Это для больших и мощных щук. Оба. Что-то плещется. Ну и окунь, естественно, здесь тоже должен присутствовать. Что-то, ребятки, никого, ни окуня, ни щуки. Но это только начало рыбалки. Так, что-то меня унесло куда-то. Ну, давайте попробуем в центр водоема покидать. Но обычный щука вот здесь, вдоль травы. Ну, а там хрен его знает, где она находится. Может быть, где-то и в середине водоема. Есть, ребятки, вот она. Ух ты, ух ты, вот она, первая щучка. Маленькая, но она есть. Вот она, первая. Сейчас мы ее снимем аккуратненько и, конечно же, отпустим. Это не наш размер. Щучка почти не пострадала, но она есть. На вот такую блесенку с Алиэкспресс на вертушку. Иди. Есть, ребятки, первая. И взяла она, как ни странно, на середине водоема. Значит, щучка здесь должна быть. Просто видите, сначала была достаточно большая засуха и жара. Уровень воды очень сильно упал везде. А сейчас прошли двухнедельные дожди, и уровень воды очень здорово поднялся. И хрен его знает, есть ли здесь рыба или нет. Вот такие пироги. Вернемся туда, к кустам. Только это надо делать очень аккуратно, не шлепая веслами. Не крича, не ора. Здесь очень тихо, и тишину нарушает нельзя. Иначе не видать нам удочку. Чуть не сказал нехорошее слово для рыбалки.
плещется рыба, вижу где. Сейчас попробуем туда поплыть. Уже несколько всплесков я там видел. Но это может быть окушок, а цель наша все-таки щука. Ну, хорошему окуню я тоже буду рад. Ладно, поплыли туда. Скажете, что я вертушку не меняю, потому что на эту вертушку я вчера поймал окуня на реке, по которой вот я плыл в начале фильма. И, как видели, уже поймал одну щучку на нее. Это хорошая вертушка с Алиэкспресс. Ссылочки оставлю. Там разновидные они по цвету. Сами посмотрите, кому надо. Вертушки рабочие, хорошие и стоят недорого. Сейчас еще позабрасываю. Если клевать не будет, то, конечно же, сменю. Вон сколько малька разбегается. Малек есть, и он гуляет. Я думаю, сейчас и щука появится. Но что-то пока она не хочет клевать. Собака такая. Да и окуня нету. Ладно, давайте попробуем сменить вертушку. У меня здесь все просто. Шнур, флюорокарбон и поводочек. Металлический, струна. Для окуня, конечно, это не очень хорошая снасть, а вот под щуку то, что надо. Открываем свой кошелечек и смотрим, что у нас тут много, что есть. Можно, конечно, и на воблера попробовать. Давайте, знаете, что сделаем? Вот у меня есть вот такая вертушка. Но она, правда, немного прогонистая. Ладно, сейчас мы поставим другую. Давайте поставим с вами вот эту. Они мне немножечко тут подоржавели. После моря, океана точнее. Да, хотя я их протирал, промывал, но, к сожалению, есть такое дело. Я на вертушке-то не очень там ловил, но воблера брал, и, видать, морская вода туда попадала. И такой результат. Так что морские приманки надо покупать, конечно, и держать отдельно. Есть. Ух, ничего себе. Что-то есть, ребята. Наконец-то. Ух ты. А кто это так странно сопротивляется? Я бы даже сказал, щука, но небольшая. Вот она. Ну давай, сойдешь сама. Хорошо, так заглотила. Вот она, ребятки. Вот она. Ну, давай, сойдешь? Не хочет. Ай. Иди сюда. Ай. Да. Конечно, это не предел моих мечтаний, но вот она, щучка. Заглотила-то она нормально, блин. Так, где мои кацанги? Все, вытащил. Вытащил, ребятки, без потерь. Иди. Все, ушла. Ни крови, ничего. Оба, видели? Вот это да. Вот предыдущие разы я облавливал. Вон там практически ничего не ловил, только вдоль берега. А сейчас видите, как... Наоборот, вдоль берега ничего, а кидаешь туда и попадается. Сейчас будем и там пробовать. Не обращайте внимания на мое лицо, оно немного помято. Вчера отмечали день рождения, но дальше вы сами все понимаете. Но, как видите, тем не менее, я в строю. Встал утром и пошел на рыбалку. Хотя вставать было очень лениво. Сейчас у нас где-то 12 градусов тепла.
Сегодня воскресенье, а число 3-е, что ли, 4-е, даже не помню. Я уже предвижу ваши комментарии, что вы скажете, надо перемещаться, рыбу искать. Но здесь, ребятки, закуточек очень маленький, и чем больше ты перемещаешься, тем больше ты пугаешь рыбу. Поэтому я тут не первый раз облавливал. Много здесь мест, но в основном клевало всегда здесь. Но это, конечно, не панацея. Может быть, в этот раз где-то в другом она месте. Ну, сейчас покидаем и поедем дальше. Есть. Оба. Видели? Вот здесь прям уже взяла и сошла, зараза. Я не понял. Слушайте, ну клюнула, это уже хорошо. Я потому что даже не подсек. Она так плавно-плавно села. Ну, вы видели. Я думаю, вам было видно. Ну ладно, что ж. Видать, гналась за ней. Уже у лодки взяла. Есть. О, вот он и окунь, ребятки. Вот он и окунь. Ух ты. Вот ты поймал якушка. Такой хорошенький. Возьмем. Просили меня рыбку взять. Не себе, а возьму. Вот такой кусочек. Наконец-то. Слушайте, ну такую большую вертушку. Все, теперь будет колбасить в этом ведре. Еще надо тогда хотя бы несколько окуней поймать. Но видите, у меня вертушек особо под окуней нету. Нужно поменьше, конечно, вертушки. Куда я дел? Потрывал, что ли, все? Что-то у меня мало вертушек, надо подкуплять. О, есть, 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 ребятки. Окунь чуть пошел. Да. Я тоже возьму. Раз такая пьянка пошла. За бороду. Поводок, конечно, мешает ловлю окуня, но, как видите, клюет. Ну вот, покидал я, ребятки, покидал. Злые тагильские щуки что-то не хотят клевать. Лучше всего сегодня сработала вот такая приманка. Ссылку оставлю на Алиэкспрессе. И еще вот такая приманочка сработала. Ну, что та, что та, они практически одинаковые. Дешевые блесна. Кому надо, смотрите, покупайте.